Смотрите, что мы нашли, капитан Кларк. Еще таблички. Очень интересные штуковины, Джонни. Может быть, они помогут разгадать тайну пропавших здесь кораблей? Эй, Лесли, а куда девался Оуэн? Он помогает Коку. Дедушка, то есть капитан ему разрешил. Ух ты! По-моему, я положил слишком много дрожжей в тесто для пиццы. Капитан! Остров прямо по курсу! Ну что, следопыты, кажется, мы нашли то, что искали. Загадочный остров, которого нет на картах. Капитан! Цунами! Идет прямо на нас! Солями? Не солями! Цунами! Оулы назад! Наш единственный шанс плыть прямо на волну! Ух ты! Где моя доска? Значит, ты хочешь узнать, что случилось? Но сначала ты должен взять клавиатуру и написать на этом листе свое имя. Эй, а где все остальные? Смотри, это доска Оуэна, но где же он сам? И Лесли. О, нет! И капитан. И команда. Что это было? Давай проведем сейсмический анализ. Вот, я так и думал, этот вулкан действующий. Вулкан? И очень скоро будет извержение. Ты хочешь сказать, что он взорвется? Надо сматываться отсюда! Как мы видим, такой способ побега недостаточно эффективен. Лесли, с тобой все в порядке? Где ты? Она со мной. Я спас ее от солями. Ой, ты чего? Тоже мне спаситель. Насколько я могу судить, в настоящий момент мы с Оуэном заключены в абсолютно изолированной подземной полости. Она имеет в виду, что мы застряли в пещере. Я так и сказала. Есть идеи, куда вас занесло? О-о-о! Посмотрите на эти артефакты. Тут их тысячи. Что это значит? Ха, одна отвалилась. Это может нам помочь. Я исследую ее. Не волнуйтесь, ребята, мы вас найдем. И дедушку. И команду корабля. До того, как вулкан бабахнет. Мы будем следить за вами. Если вам понадобится помощь, вызовите нас по видеофону. Есть! А в рюкзак мы будем складывать все артефакты, которые обнаружим. Ой, всегда одно и то же. Ну ладно, если надо сделать перерыв, просто дай мне знать. Так, Сантьяго, с чего начнем? Ну, сама решай. Щелчок на моих кнопках даст тебе любую информацию, даже карту местности. Чтобы вернуться в игру, щелкни на кнопки «Вернуться в игру». С помощью этой карты можно оказаться в любом месте острова, где ты уже побывал раньше. Смотри, на другом берегу этой реки наш корабль. Ну, или то, что от него осталось. О, здесь глубоко. Думаешь, у нас получится? Нет, это слишком опасно. Но у меня есть план. Я, кажется, знаю, о чем ты думаешь. Мы можем использовать эти длинные кораллы, чтобы построить мост и перебраться на ту сторону реки. Как ты думаешь, эти номера что-нибудь значат?
Уверена. Давай узнаем, что именно. Я бы предложил взять черновик и решить примеры, написанные на кораллах. Так. 10 + 10 = 14 + 14. Это сюда. Так, теперь... 10 + 10 = 14. Я поняла. Мы можем построить мост с помощью примеров. Передвигая кораллы, мы можем сделать переправу. Конечно, если кораллы как-то подходят друг другу. Получилось? Вперед, на тот берег! От корабля совсем ничего не осталось. Эй, смотри, это же наши акваланги. Может, нырнем и разведаем, что там под водой? Смотри! Вижу, это еще одно! Ну, таблеточка, я как раз ее перевариваю.
Криптабличка? Да, да, обожаю криптаблички. Жаль, что они меня не любят и надолго во мне не задерживаются. Точно во мне. Верно подметил. О, нет! Опять! До встречи в очереди! Джентльмены, спокойствие! Слово имеет анимоны верхней! О, благодарю, собратья черви! Как говаривал мой трубчатый коллега, тяжела и незавидна наша доля. Так точно, верно подметил. Именно об этом с прискорбием упомянуто в параграфе А вышеозначенной резолюции. Каждое стенотрясение уносит одного из наших коллег в чрево. Хватит болтать! Что значит в чрево? Чрево! 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 Это райские кущи! В желудке огромной рыбы! Внутри ожившего острова, к которому нас угораздило прилепиться. Рыба? Оживший остров? Такого не бывает. Этот остров сплошная загадка, но мы разгадаем его секрет. Предлагаю составить ходатайство. Послать послов. Да. Вы будете нашими послами, Бучерева. Может быть, это туда попали Оуэн и Лесли? Ответы ждут внутри. Соберите криптаблички и отправляйтесь к рыбам стражам. Кому? Послушайте. Да ладно, Джонни. Ты же слышала, что он... То есть анимон сказал. Плывем искать криптаблички. Ого! Кто или что вы? Я трубчатый анимон, а вы? Мы следопыты. Следопыты? Вы ищете тайны? На самом деле мы ищем криптаблички. Вы что-то знаете про криптаблички? Криптаблички очень сложно проглотить. У меня криптабличка застряла в горле. Если бы я был в форме, то есть если бы мои трубы были соединены, я бы мог выплюнуть ее. Это же отвратительно! Ляп-тяп, это все-таки криптабличка. Части моих труб перемешались. Поменяй местами части труб, чтобы получилось еще 3 целых трубы, и тогда я смогу выплюнуть эту криптабличку. Чтобы получилась целая труба, сумма дробей на ней должна равняться 1. Так есть. Теперь 3 седьмых.